Курс «Я блогер для начинающих». Меня зовут Ирина Севрюгина, я журналистка, и я расскажу, что такое блогер, что должен уметь блогер, чем он должен владеть, и расскажу вам все то, что можно блогеру извлечь из профессии журналист. Я веб-журналист, то есть сетевой, и поэтому буду рассказывать все, что касается интернета и блогов. Наш слоган «Все в сети, мне туда же». Программа курса состоит из нескольких занятий. Первое занятие – знакомство с блогосферой, выбор своего жанра и названия. Что подразумевается? Знакомство с компьютером, интернетом, жанрами блогосферы. Проработка своего собственного блога, темы и названия, неважно, блога, канала, страницы. Занятие второе. Копирайт и рерайт для текстового контента. Знакомство с основными правилами написания текстов для блога. Правила перевернутой пирамиды. На третьем занятии мы будем знакомиться с техникой речи. Для озвучивания видео нам понадобится четкая дикция и выразительная речь. Поэтому мы пройдем короткий тренинг на упражнения по дыханию, артикуляционную гимнастику и упражнения для дикции. Туда же входит произношение, ударение в словах, скороговорки, практика чтения отрывков из художественных произведений. Занятие 4. Съемка фото и видео на зеркальную фотокамеру Canon и камеру мобильного телефона. Законы фото и видео композиции. Роль света в снимке. Режимы фотокамеры. Со всем этим мы будем знакомиться и практиковаться. Практика съемки – это самое главное для нас. Занятия 5 и 6 – это графика, работа в графических редакторах, Photoshop, или если нет возможности установить такую дорогую программу, то можно воспользоваться графическими редакторами в режиме онлайн Canva и Crayola. Мы будем подбирать фотографии в фотостоках, выбирать шаблоны и потом ознакомимся с обработкой фотографий на компьютере. Занятия 7 и 8 – это монтаж видео в редакторах AVS и iMovie. Современные монтажные программы, мы с ними ознакомимся. Это работа в аудиоредакторе для приведения в порядок, так сказать, аудиозаписи, если, конечно, есть такая необходимость. Извлечение звука из видео, если мы записываем все на видео и нам отдельно нужно обработать аудиозапись. Настройка параметров. Сохранение измененного файла. И монтаж видео, куда входят загрузка видео, удаление ненужных фрагментов, которые, конечно же, будут в процессе съемок. Добавление заголовка, окончание, коррекция цвета, работа со звуком, добавление текста, добавление картинки. Все, что можно извлечь из редакторов, мы все посмотрим, все изучим и все применим. Занятие 9. Регистрация аккаунтов в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке и на канале YouTube. Можно попробовать зарегистрироваться еще и в Инстаграме, но желательно выбрать, конечно, какую-то одну площадку, иначе вы разорветесь на несколько частей и, возможно, уже не соберетесь. Оформление аккаунта, шапка и баннер и прочее. Будем все это изучать и делать. Раскрутка блога в соцсетях. Раскрутка блога в соцсетях подразумевается расшаривание ваших постов. И я расскажу, как это делать бесплатно. И занятие 10. Проверка полученных знаний. Экзамен. Вот такая программа.